В результате терактов и обстрелов в Сирии в июле погибло более 500 человек. Об этом сообщается в докладе генерального секретаря организации Пан Ги Муна. Документ посвящен гуманитарной ситуации в Сирии. Его обсудят 22 августа на заседании Совета Безопасности. В докладе упоминается о свыше 40 различных происшествиях. Между тем, глава ЮНИСЕФ призвал побыстрее завершить бои. В фонде заявили, что только в Алеппо, где идут ожесточенные бои, заперто более 100 тысяч детей. Миллионы маленьких сирийцев по всей стране не знают, что такое мирная жизнь. More than 3.5 million. 3,5 миллиона детей в возрасте до 5 лет не видела ничего, кроме жестокости, бегства и неопределенности. В лагерях для беженцев в соседних странах родилось уже более 300 тысяч детей. В гуманитарной помощи, по нашим оценкам, нуждаются около 8,5 миллионов маленьких сирийцев.